Привет, друзья! С вами Виктория. Сегодня приготовим вместе вкусный, освежающий и полезный напиток смузи. Я вам предлагаю сразу три рецепта. Оставляю вас с видео. Если видео вам понравится, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления смузи нам понадобятся груши, абрикосы, яблоко, банан, арбуз, сок лимона. У меня уже готовый сок лимона или лимон. Также понадобится сироп, можно брать на выбор. Питьевой йогурт, молоко, сахар. Вместо сиропа можно взять также мед. Понадобятся стаканы, которые нужно сразу подготовить, и миксер или погружной блендер. А можно воспользоваться и тем, и другим. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Конечно, с смузи можно экспериментировать и использовать разные фрукты. Первый смузи приготовим из груш. Для этого нам понадобятся груши, яблоки, сок лимона, молоко и сироп. Сначала очищаю от кожуры груши. Груши немного взбрызгиваю соком лимона. Очищаю яблоко. Понадобится одно яблоко. Нарезаю на небольшие кусочки груши и яблоко. В чашу блендера накладываю груши, яблоки, поливаю немного сиропом. У меня сироп агавы. Добавляю стакан молока. В принципе, можно делать ту консистенцию, которая вам нужна. Пожиже, погуще. И на блендере все перемалываю. В обычном блендере у меня получаются немного с небольшими такими крупиночками смузи, поэтому для верности я перемалывала также погружным блендером. Переливаю смузи в стаканы и убираю его в холодильник до дегустации. Вторым приготовим смузи с абрикосами. Для этого мне понадобятся абрикосы, один банан, немного коричневого сахара, питьевой йогурт. Также я добавила немножко молока. Сначала займусь абрикосами, разрезаю их напополам и убираю косточки. Также я нарезаю банан. В чашу блендера кладу абрикосы, банан. Добавляю 2 чайные ложки коричневого сахара, 200 мл йогурта питьевого и хорошо все перемалываю погружным блендером. Добавляю немного молока. Как я уже говорила, консистенцию и сахар можно регулировать. Вот такой красивый абрикосовый смузи у меня получился. Переливаю его в красивый стаканчик или в какую-нибудь красивую емкость. Абрикосовый смузи получается очень вкусный и ароматный. Третьим смузи приготовим смузи из арбуза. Для этого нам понадобится, конечно же, арбуз, немного сока лимона и малиновый сироп. Сироп берите на выбор, можно же просто добавить немного сахара. Арбуз я предварительно нарезала на небольшие кусочки и в чашу блендера прикладываю арбуз. Сверху арбуз поливаю немного соком лимона, у меня лайм, и немного малиновым сиропом. Берите сироп на выбор. И буду взбивать его до однородности. Если в таком блендере у вас остаются небольшие кусочки, как у меня, то можно его перемолоть погружным блендером. Вот такой красивый арбузный смузи у нас получился. Все три рецепта смузи получились очень вкусные, ароматные. Это очень актуально в летнее время, но также его можно приготовить и зимой с замороженными ягодами или фруктами. Мне очень понравился грушевый смузи и абрикосовый смузи. А какой смузи предпочитаете вы? Напишите мне в своих комментариях. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита! Приятные дегустации и до новых встреч. Пока-пока.